Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и добро пожаловать в мое убежище в игре Fallout Shelter. Так, ну здесь нам ничего не нужно, я донатить не буду, ребят, так что даже не обольщайтесь. 110 крышек, да, пожалуй, я возьму, и, соответственно, буду забирать здесь воду и электричество. Также, я смотрю, у меня здесь ребятушки немножко подкачались. Оу, селеночки набрался. Так, у нас, ребята, с вами появляется новый житель, и где-то здесь появился незнакомец. Интересно, я его смогу найти, а? Хватит ли у меня силёнок найти этого гадёныша-незнакомца, который здесь где-то скрывается? Ребята, не вижу... А, вот он! Хе-хе, 220 крышек всего дал! Скупердяй, вот что я вам скажу он. Так, кто у меня тут уровень получает? 6-й, 15-й... А ты не стесняйся, заходи, родной, в убежище, будь как дома, располагайся, сейчас я тобой чуть-чуть попозже займусь. Все, вроде бы здесь мы все с вами сделали. Так, давай, красавец, забегай, сейчас мы немножечко тебя приоденем. Так, для начала мы выберем тебе бронечку. Так, вот какую бы броню ему одеть? Вот в чем вопрос, ребята, а? Костюм стиляги или костюм правителя? Так, подождите, у нас же есть вот такая бронька и ружьишко. Надо хорошенькое дать ему, да? 7-11, самое то. Так, еще один персонаж у меня получает 15 уровень. Ну что ж, давайте переходить непосредственно к заданиям, к нашим квестам, ивентам и так далее и тому подобное. Если мне не изменяет память, то да, ребятушки, именно это. Человечина в собственном соку. Найти Джека, пока его не превратили в обед. Джека будем сейчас искать мы с вами. И кто же у нас здесь будут? Неужели гули? Тишина. Хм, это очень странно, ребят. Смотрите-ка, что-то как-то подозрительно. Когда начинается тишина, меня она... начинает потихоньку нервировать, и потому что я не знаю, чего нам ожидать здесь. Я привык сразу забегать в какие-то лазечки, доставать стволы и шмалять налево и направо. По крайней мере, я знаю, что нам ожидать от этого. Итог будет один, враги будут мертвы. Ну а здесь... А, ну наконец-то, наконец-то, красавцы, я рад вас видеть. А то я уж было заскучал, но нет, нет, вы все-таки внесли яркие краски в жизнь моих жителей, которые пришли здесь немножко у вас пошариться. Так, отлично, крышки, то что надо. Оу, часики даже заработали. Мое, нет, это мое. Так, и тараканы. Каждый по выстрелу получил и сдох. Лутанули, оу, таракан с обрезом. Неплохо придумано. Здесь у нас что? Ага, стимпаки. Ну ладно, тоже пригодятся. Стимпаки, ратпаки. Фармацевт. У нас открыто новое достижение, ребята. Так, давайте мы сюда пойдем, потому что там у нас просто-напросто тупик. Сейчас мы с вами облазим эти этажи. Я вообще не люблю, когда вот в комнатах где-то посредине какой-нибудь куб, который постоянно надо будет где-то как-то оббегать. Лично он мне там вообще не нужен. Оу, ребятушки, смотрите-ка. У нас гули. И даже, можно сказать, босс гули. Самый радиоактивный гуль, которого я когда-либо видел. Ох ты, это что он такое сделал? Бзданул, что ли? Я не понял. Смотрите-ка, у меня аж подурнело в глазах. У меня жители стали... Ох ты, как... Как они быстро стали заражаться радиацией. Мне это не нравится, очень не нравится. Не зря, ребята, я говорил, что если дают стимпаки и ратпаки, причем в больших количествах, жди беды. Так оно и выходит. Ну-ка, смотрите-ка, 26 уровень мне чувак получает. Почти у цели. Да нет, мы еще не у цели, и причем довольно далеко по ходу дела. Миссию мы еще не выполнили. О, это что такое? Что это такое мы получили? Ну это понятно, это хлам. А вот что такое было первое, мне такого ни разу раньше не выпадало. Опачки! Ваш мальчик прибыл в одной из недавних партий с другими жителями и дикими гулями. Какой еще мальчик? Но после этого на нас напали рейдеры Хана Калиана. Да что ты говоришь-то?
Их было в 10 раз больше, чем нас. Они забрали все. Ну, вас-то, я смотрю, они не забрали. Скорее всего, сейчас он с ними. Какой еще мальчик, я вас спрашиваю? Я ищу вообще-то Джека. Где они? А может быть, Джек это мальчик? Они разбили лагерь к северу на заводе по производству антирадина. Человечина в собственном соку, ребята, выполнено у нас это задание. Повсюду смерть, мне нужен антидепрессант. Понятно. Ну, я думаю, уходить мы пока не будем. Давайте здесь посмотрим все эти комнатушки оставшиеся. Может быть, что-нибудь хорошее для нас мы и найдем. Вот видите, например, броня. Да, не есть какая, но все-таки можно будет ее продать или пустить на хлам. Зачем, как говорится, пропадать добру? Тем более здесь у нас везде крысы. Ой, что это у нас здесь? А у нас здесь плюшевый мишка, тоже хлам. Но пригодится. Ой, что это у нас здесь? А здесь у нас, естественно, крысы. Так, ну давай, последнюю крысу бомбим. И, в принципе, все, да, наверное, ребята? Мы здесь с вами облазили полностью. Так, ратпаки. Давайте, наверное, отсюда убегать уже, в конце концов. Сколько они потребуют у меня колы? А, это, ребята, задание новое. Ага, вот оно что. Надо будет потом посмотреть. Хм, интересно. Ну, давай. Быстренько прогружайся уже. Одну бутылочку. Замечательно. Подтверждаем, конечно же. И бежим. У нас, кстати, два легендарных хлама. Это означает, что мы можем такими темпами скоро с вами создать легендарное оружие или легендарную броню. Так, энергия. Ну и все, по-моему, да? А, нет, вот еще еда здесь у нас осталась. Вечеринка на краю света. Джек у хана Калиана. Его нужно освободить, естественно, ребята. Сейчас мы с вами по-быстренькому туда сбегаем и освободим этого Джека. Так, берем стимпаки. Так, и ратпаки. Тоже давайте, наверное, 20 штучек будет самое то. Ну что же, отправляем их на задание. Пускай они пока идут. Хан называется. Понятно. Ну а мы с вами приступаем к еще одному заданию. Вынос мусора называется. Сейчас будем выносить мусор, как говорится, из дому. Так, очистить от гулей убежище 840. Опять тут замудрили, а? Ну вы посмотрите. Ладно, давайте проверять. Значит, у нас здесь гули будут, получается, да? Точно? Ладно, будем кромсать их. Ну давайте, ребята, елки-палки. А чё такие гули у нас в последнее время пошли крепкие, вы не заметили это? Обалдеть, они втроем жарят одного гуля и никак не могут его подбить. Ой-ой-ой, ребята... А стимпаков-то у меня с собой нету. Ни стимпаков, ни ратпаков. А гули, вы знаете прекрасно, они заражают нас радиацией. Разбираем добро. Да мне бы сейчас не помешало бы найти хотя бы парочку стимпаков. Ой-ой-ой, далеко мы так не уйдем. Если здесь будут одни гули, боюсь, мы здесь с вами встрянем. Причем по-черному. Автоматы всякие нам дают, а? Ну-ка, давайте сравним. Ага, на 8 всего лишь. Ну нет, так дело не пойдет. Мы ее не будем ставить, она потому что фуфловая. Кому-нибудь из жителей нашего убежища ее вручим, но только не моим ребятам из Зондеркоманд. Так, что у нас здесь? Пока, слава богу, тихо, все спокойно. Ну, опять же повторюсь, чем тише, тем хуже. Так, чертеж мы нашли. Вместе мы сила. Надеюсь, что так оно и будет. Опачки, а мы здесь вниз спуститься не можем. Хе-хе. Для чего там этот лифт, да, сделали? Вообще ума не приложу. Он там и не нужен был. Так, давайте-ка здесь тогда пробежимся по-быстренькому. О, нет, нет, только не это. Ёлки-палки, здесь у нас боссик. Боссик этих гулей. Его надо в первую очередь, ребята, разбирать, потому что он очень мощный.
И если мы его сейчас не убьем, боюсь, он много бед нам причинит. Все, готов. Ну, теперь вот этих вот говнюков разбираем. Ну, добейте вы уже. Их тут трое, между прочим. Так, последний остался. И я надеюсь, что мы здесь с вами что-нибудь хорошенькое все-таки лутанем. Ну, добейте вы этого козла. Все, готов. О, ну неужели, елки-палки. Давай, подкрепляйся. Так, что у тебя? У тебя еще терпимо. А вот тебе надо. Блин, а мне нужны стимпаки еще, ребята. Если я избавился от радиации, то мне нужно еще подхилиться. Так, чертеж, это у нас здание. Так, здесь у нас пусто, ничего нету. Блин, хоть убегай, ребята, а. Ладно, будем идти до последнего. Оу, щит, чуть было не пропустил, а. Ха-ха. Давайте подхилимся. Ну, уже какие-то шансы есть. Маленький, правда, но есть. Так, давайте здесь сверху проверим с вами. Так, еще один ратпак, замечательно. Хоть бы никого не было, а, внизу, ребят, хоть бы никого не было. Просто пустые комнаты, я прошу вас. Вы определенно сведущие в такого рода делах. Это кто такие вообще? Мы хотим сделать вас почетными рыцарями Братства Стали. Ух ты! Добро пожаловать в команду! Хе-хе, и? Что от нас требуется? Это честь для нас. Что нужно сделать? Еще одному отряду в офисе Робка нужна ваша помощь. Так, а вот это уже интересно. Это они мне дали задание или просто поблагодарили? Хм, непонятно. Ладно, ребята, давайте тогда двигаться с вами дальше. Гуль, чтоб тебя разорвало, а? Так, ладно, расколбасим сейчас мы этого гуля. Оу, щит. Маленький, конечно, урон нанесли, но это лучше, чем просто шмалять. Все, добили говнюка. О, броню нашли. Так, все, у меня нету ничего, ребята, абсолютно. Ни стимпака, ни ратпака. И брони почему-то этой нету, а? Вы смотрите, я же нашел только что броню. Странно очень даже. Куда она делась-то? Так, еще один поганый гуль. Блин, надеюсь, мы его быстренько завалим сейчас. И там последняя комнатка у нас осталась. Мы ее сейчас быстренько пробегаем и сматываемся. Оу, 2,5 урон. Шикарно. Давай, последний залп. Кто-нибудь, любой. Все, готов, разложился там. Думает, я и не вижу его, а? Захотел от меня скрыть, понимаешь ли, бейсбольную перчатку. А тут что у нас? Стимпак. Ну что же, получается, что мы здесь все с вами обследовали. И можно со спокойной душой убегать. Да, ну вот эти, конечно, чувачки, которые там стояли, что-то там лопотали про Робка, я не понял, к чему, для чего. Но хотя бы нормальный лут у нас здесь. Так, ну что же, ребята, давайте, наверное, они... У меня 4 всего лишь. Нет, пока повременим, пускай идут своим ходом. А мы сейчас с вами решим, что для нас приоритетнее. У нас с вами 4 ядер колы, так? Так. Получается, что если мы с вами выберем задание окончательно, сейчас мы посмотрим. Так, здесь нужно сколько? 3. Но зато это последнее. Что же, я предполагаю, ребята, нужно сделать вот это вот задание. И мы приступаем к нему. Подтвердить. Уж больно мне охота спасти этого Джека и посмотреть, кто он вообще такой. Отбить Джека у банды Хана Калиана. И снова мы будем его искать где-то в каких-то шахтах заброшенных, естественно. Хорошо, давайте приступим. Я так понимаю, здесь у нас будут рейдеры, скорее всего. И будем мы с ними драться. Ну да, раз они похитили, значит, конечно же, должны быть люди. Гулям-то это не нужно. Ну, я уж молчу про когти смерти. Так,
двое упали, а этот все ножичком своим балует. Вы посмотрите-ка, а? Надел на себя какой-то хлам и думает, что он крутой. Так, давайте лутать. Костюмчик взяли. Джекпот. 1200 крыжек у нас уже. Так, еще один чертеж. Так, машинка какая-то. Это из ряда хлама ненужного, действительно. Давайте-ка вот сюда зайдем. Пусто. А, нет. Лопату нашли. Так, давай спускайтесь. Нечего там вам стоять, хламоны. И опять рейдеры. Слушайте, ну они довольно ватные. Вы сами прекрасно видите. Мы буквально по залпу делаем. Точнее, два залпа. И они падают. Все. Готовы хламоны. Какой-то пистолет дали никчемный нам. Фиг с ним. Потом, если что, мы с вами это продадим все или разберем. У нас много вариантов, как поступить с ненужным нам оружием или броней. Так, опять рейдеры. Ну, вот этот костюмчик мне очень нравится. Я хочу такой же себе найти, если честно. У меня, по-моему, у Джуди что-то типа того, но не так классно он выглядит, конечно. Так, давайте-ка мы завалим. А вот это вот у нас костюм, ребята, получается от Братства Стали. Ух ты, сколько нам дали этих ратпаков, броня и крышки. Уже 2308 крышек. Да что ж такое, что в каждой комнате, что ли, теперь будут у нас рейдеры, а? Причем с тисачками, один только там с каким-то автоматом. И то стреляет непонятно как. Слабенький он, короче. Все, отдыхайте, малыши. Так, стимпак дали. Ну, 3000 крышек уже есть. Так, тут у нас пусто, ничего нету. Одна только моль летает. Давайте здесь тогда проверим. Ага, опять рейдеры. С киркой, а? Заблудившийся шахтер это у нас, наверное. Или был когда-то шахтером, шахтершей. Но ее наняли рейдеры, и она теперь работает на них. Поэтому она и бегает с киркой до сих пор. За это мне должны будут выдать премию. Я бы тебе с удовольствием выдал премию, но, к сожалению, такой функции в этой игре нету. Броня, опять хлам, опять эта машинка нам достается. Лучше бы дали мне какой-нибудь легендарный хлам. Здесь у нас тоже тихо, только ящик лежит. С двумя стимпаками, как-никак. Все, ребята, пришли в тупик. Значит, нужно нам спускаться ниже. И это последний этаж, кстати. Ха-ха, значит, развязочка уже близка. Мы с вами здесь для того, чтобы спасти Джека. Ну и кто у нас тут? Ага, рейдеры. Так, и тут у них главарь, я смотрю. Ладно, сейчас мы до него доберемся. Вы можете не волноваться по поводу этого. Так, давайте-ка залп. Оу, сейчас. Вот так вот, трехкратный урон. Хе, сразу же слег. Еще два рейдера тут выделываются. Киса, не мяучь. Не надо, ты меня нервируешь в данный момент. Ну вы определитесь уже кого-нибудь валить. Вот, наконец-то. А то, то туда, то сюда стрелять не поймешь. Фотоаппарат какой-то древний получили. Ох, сколько крышек и чертеж. Трофеи достаются победителю. Так, ребята, что-то тут намечается у нас. Что такое? Вы бросаете вызов хану? Хан заберет ваш дом и все, что в нем. Хан продаст вас на мясокомбинат и сожрет вас на обед. Ничего себе заявочки. Ну, может и нет. Может, хану вы нравитесь. И может, мы с вами договоримся? Оставьте мне мальчишку, и я щедро вас награжу. А иначе вы умрете. Выбирайте. И опять у нас тут выбор. Так, не пойдет, подлый рейдер, ты все равно нас обманешь. Я не буду драться за человека, не умеющего пить. Не, давайте вот этого. И что же вы нам ответите? Хорошо, хан подарит вам вашу жизнь и этому мальчишку. Но помните, хан всегда следит за вами. Успех, ребята! Ну же, шагай вперед, а то проиграешь. Ребята, мы с вами освободили Джека. И Джек куда-то побежал. Винтовку какую-то заработали.
Я надеюсь, он к нам все-таки придет в убежище. Было бы неплохо, если честно, да? Нам как раз сейчас не хватает жителей. Так, готово. И тебя двукратным. Шикарно. Так, залутаем здесь все. Ну что же, можно, ребятушки, наверное, смело возвращаться. Здесь мы с вами все абсолютно облазили. Джека спасли. И, да, ребята, Джек должен присоединиться к нам, по идее. Ну давай ты грузись, а. Так, дойти мгновенно. Да, подтверждаем. И мы уже, ребята, дома. Собираем все. Так, улучшенный костюм летчика. Ерунда какая-то. Столовая, институт. Вот это уже хорошо. Что-нибудь еще дадут? Нет, к сожалению, больше ничего. А вот у нас и Джек стоит. Заходи, родной. У нас с вами уже 53 жителя. Еще двое человек, у нас будет 55, и мы сможем с вами уже делать 3 рейда. Так, давайте тогда мы поставим, наверное, вот эту. Так, где у нас тут незнакомец? Я же слышал, что где-то проиграла его любимая мелодия. И которая заставляет меня его искать где-то. Не вижу я его, ребята, не вижу. Где ж ты, гад, прячешься, а? Ёлки, все, исчез, ребята. Бесполезно его искать. Он просто-напросто исчез. Собираем еду. Кстати, вот с едой, с водой у нас пока все хорошо, ребята. Ого. Все хорошо, а вот с электричеством все равно, ребята, бывают перепады. Поэтому надо что-то с этим думать. Так, Джек, ну-ка, иди-ка. Да тебя влепить-то, а? Давай так. Интеллект 8, это довольно неплохо, да? Его можно немножко подкачать, и у него будет десятка. Так, ну что ж, давайте смотреть, что у нас еще тут с вами есть. Вылазка за колой, да? Поищите ядерную колу. Так, Александр отдохнул. По-моему, пора нам с вами собираться опять в путь дорожку. 25 и 25, вот так вот будет. Так, следующий у нас будет Пристан и Сара. Все. Пускай приступают они к выполнению этого задания. Пока добегут, у меня колы не осталось, как видите, по нолям. Зато крыжик 35 тысяч, почти 36. Конечно, будем улучшать скорость повышения силы. Будут они у нас быстрее качаться в этом здании. Так, арсенал 9 тысяч. Это у нас П. Я вот только не помню, у нас П идет как восприятие или нет. Мне нужно именно восприятие раскачать, чтобы они могли стрелять быстрее. Так. Нет, пока не могу ничего сделать. Но ничего, ничего, скоро мы с вами поменяем все эти здания. Они будут немножко по-другому выглядеть. Мне даже, честно говоря, самому интересно, как это все будет выглядеть. Что такое опять, а? Какие-то смертные таракашки пришли ко мне. 6-й уровень, совсем еще молодой. Ну давайте, давайте, стреляйте. Один есть. Так, что у тебя? 6. Давай-ка мы поставим тебе вот так, на 9. Ржавый дробовик. 6-7, ну, да, по-моему, ничего больше нет у нас подходящего. Так что не будем ничего делать. Так, у нас еще мастерская костюмов. Блин, 55 жителей нужно, а? Ну что ж, давайте улучшать восприятие, да? Значит, это у нас... А, оружейный центр отвечает за восприятие. Будем знать. Так, 3000. Тоже улучшаем. Пока есть деньги, нужно их, ребята, тратить. Вливать, как говорится, во что-то. Как говорится, пускай теперь деньги поработают на нас. Давайте-ка игровую комнату тоже с вами улучшим за 3000 крыжек. Тут еще, наверное, 9000. Но пока повременим, ребята, повременим. Мастерская костюмов. 55 жителей нужно. Это для создания редких костюмов. Так, оружейный центр у нас полностью улучшен. Так что можно не париться.
Так, сила тоже. Хм. Тогда что же получается-то? Так, давайте вот это вот, создание редкого оружия. Будем с вами потом оружие. Так, 75 жителей нужно. Так, где-то у нас здесь проиграла мелодия незнакомца. Давайте его попробуем найти. Вдруг он расщедрится и даст нам кучу крыжек. Так, вижу я, ребята, вот он стоит. Ого, почти 5000, это хорошо. Это просто замечательно. 5000 крыжек он нам дал. Так, 14 уровень у меня получает житель моего убежища. Так, электричество накопилось. Что у нас можно, ребята? Так, 55 жителей. Это вот, чтобы 3 задания можно было делать одновременно. Нам осталось всего лишь 2 жителя. Но если подумать, это не так уж и много. Если каждый день будет приходить по жителю, то 2 дня. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, лайкаем. Ну и мы увидимся уже с вами в следующих видосиках.